жизнь идет и приносит вопросы от вас, на которые желательно бы ответить сразу. По дыханию Бутейко. Я вас вообще-то предупреждал. Оздоровление вещь серьезная. И чтобы ознакомиться, так вот не просто я рассказал, вот спросили, как дышать. Я сказал, вот так, и все. Но в моих книгах как раз подробно разобрано дыхание Бутейко. По Бутейко, какие могут быть сложности. Потому что поступило такое сообщение. Я подышал 15 минут, у меня упало давление, и потом еще долго болела голова. Я на это ответил письменно. И хочу следующее сказать вот по этому поводу. Первое. Вообще-то оздоровление, я бы не сказал, что вещь сложная, но требует внимания, требует прислушиваться к себе. Что с вами происходит? Первое, на что надо обратить внимание, это то, что вы неизвестно, на какой стадии здоровья находитесь. Допустим, вам скажут, что сейчас надо пробежать, допустим, кросс, километр, и уложиться во время. Вы пробежите и можете ноги протянуть после этого. То есть у вас для обыденной жизни нормально жизненных сил, но они уже настолько ослаблены, настолько ваши резервы истощены, что любая какая-то чрезмерная деятельность или необычная деятельность сразу же показывает ваш потенциал здоровья. Поэтому вот на это особо надо обратить внимание. С каким потенциалом здоровья вы приступаете к тому или иному оздоровительному средству. Дыхание – вещь очень мощная. И естественно, ну, я вот так вот сказал, как обычно. Естественно, с учетом того, что неизвестно, какой у вас потенциал здоровья, насколько изношен организм, какие болячки у вас есть, давление понижено или повышено, или еще что-то с вами там происходит. Важно дыхание начинать буквально-таки с минуты и прислушаться, как реагирует ваш организм. А после этого выходить примерно на вот такую вот нагрузку в 10-15 минут. Еще разок, растянутое дыхание, как его будем делать? Движение руками, вдох, выдох. И вот чем плавнее вы это делаете, вдох, выдох. Это уже у вас получается растянутое дыхание. Начинайте осторожно. И вот этому человеку, который мне такой, значит, дал отзыв, я его должен обрадовать. Дело в том, что когда организм реагирует вот так слишком бурно, это говорит о том, что именно это средство поможет лучше всего. Но только надо начать постепенно. То есть ваш организм готов к нему, он на него реагирует такими вещами. Я говорил, что должно понизиться давление. Если оно у вас было еще пониженное, то, естественно, будем говорить, не надо так его делать сразу 15 минут. Надо хотя бы с минутки для того, чтобы там оно нормализовалось. То есть, почитайте о том, что могут быть кризисы, потому что когда человек болеет, то его потенциал жизненный так, знаете, проседает только раз он просел. И когда идет оздоровление, энергия накапливается, этот потенциал, он не поднимается так медленно, он идет скачкообразно, так бум,
И у вас там, допустим, давление повысилось там, или оно там понизилось, или еще что-то с вами произошло. Потом вы, бум, вот так вот. Вы вышли на новый уровень работы организма. Должна произойти какая-то приспособительная работа, чтобы вы нормально к ней произошли. То есть, грубо говоря, вот человек, если стал неимоверно сильным, он там берет какую-нибудь вещь, а силы настолько много, что он ее может сломать просто-напросто. Взял стакан, раз и раздавил. То есть соразмерять усилия, так точно вот так где-то работает наш организм. Это надо знать и не лениться, когда я говорю, читайте, 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 значит заходите и читайте. Чтобы вот таких вот вещей не было. Это что касается по дыханию Бутейка. Кстати, я пересмотрел некоторые видео, я с самим Бутейко не был знаком, а вот с его женой, после того, как Бутейко Константин Павлович ушел в мир иной, я встречался, вот там беседовали, она там рассказывала. И важно отметить, что вот Караваев и он, они очень не любили медицину, потому что говорили, вы не так лечите, вы не то делаете и так далее, что все надо начинать. Все мероприятия оздоровительные, с нормализацией работы на уровне клетки. А для этого Бутейко говорит, надо там углекислоту, значит, накапливать, все, с помощью этого все там остальное пойдет. Хотя там много других вещей. Углекислота-то вымывается из-за того, что человек разволновался. Понимаете? То есть первично сознание, а вторично уже, допустим, биология. А потом уже, когда все придет, так сказать, разбалансируется, уже тогда биология будет влиять на сознание. Но первично-то что? Караваев, Виталий Караваев, он тоже там этих врачей, потому что он лечил, а они там ничего не могли там сделать. И поэтому они к нему относились по-ужасному, так сказать, это недоброжелательно. Можно здесь заметить, и знаете, вот, говорить, в свое время, в 30-х годах прошлого века, был целый бум на уринотерапию, когда Замков изобрел свой гравидан, который омолаживает организм, такие результаты, и все население, знаете, вот этот, как это самое, занимались этими вещами, пока, значит, не произошло эффект привыкания, и этот препарат, значит, перестал действовать. А сначала это было что-то невероятное там. Интересно, конечно, почитать вот эти вот газеты, которые тогда издавались, люди откликались, что там они писали. То есть, как бы свое всему время. Несколько сумбурно. Вот. Ну, важно понять самое основное, что с помощью оздоровления, по дыханию Бутейко, по Караваеву, допустим, с помощью чисток, там, питания и прочее, которые я там изложил в своих книгах, мы нормализуем внутреннюю среду для того, чтобы клетки работали нормально. Работают нормально, о, вот, не работают нормально. Какие вы лекарства туда не пихайте, они какие-то коррекции там делают, на время бросили, все. И вдобавок потом от них идут побочные явления. То есть на этом, как бы сказать, медицина кончилась. Даже я вспоминаю такие вещи, когда Павлов Иван Петрович, Павлов, академик, про высшую нервную деятельность, про рефлексы, всю эту физиологию там он изучал, делал опыты. И на основании своих знаний попробовал врачам давать рекомендации, они его заплевали. Занимайся своими собаками, занимайся своими рефлексами и так далее. А вот в лечение не лезь. Хотя он-то понимал, что лечение должно идти с правильного уровня, с правильно поставленных вопросов, ответов и так далее, а не просто так что-то там делается.
Вот, заканчивая как бы этот вопрос, хочу сказать, начинайте все постепенно. Прислушивайтесь к работе своего организма, как он реагирует, понимаете? И дальше потихонечку набирайтесь опыта и погнали.